четвертом месте Кайфертен, Йемен, краса вулкана на третьем месте, на четвертом Кайфертен, на пятом месте Королева. Дистанция вулканного завода номер один под управлением мастера наездника Антона Довнатьянова. На первую призовую дорожку дается старт второму заезду. Секунды впереди по-прежнему в борьбе Муза и Поволока. И Муза на третьем месте. Вторично сбоила большая заслуга. Бег ведет Поволока на втором месте. Муза на третьем месте. Кредитка. И впереди Поволока. Флешмоб на втором месте, Лавиола на третьем, на четвертом месте Соколева, Соколева. Теперь была пройдена за 30,7 секунды, лошади выходят на финиш. Флешмоб впереди, на втором маршак, ВП на третьем. Все внимание на первую призовую дорожку, дается старт четвертому заезду. Вторая четверть пройдена за 31,4 секунды. Бег идет без перемен. Впереди Бобруйск Джей. На втором месте Жупан Чиен. Здесь же колонистка. По-прежнему впереди. Ой, впереди Тринитати 7 на втором месте. Тайный банк ВП далее в борьбе. Впереди Тринитати 7. Банк Лока здесь же Пинстрайп Лок. Банк Лок и Пинстрайп. Там же Golden Classic RM. По-прежнему впереди в борьбе повороте и топ-7 ВП. На третьем месте в борьбе Пинстрайп и Чингисхан. И впереди. Внимание на первую призовую дорожку. Дается старт седьмому заезду. Здесь же конвоир. Конвоир выходит на первое место. И впереди конвоир. Камбрик на втором месте, Бентримен Дэн на третьем месте, Фрейдис МТ, далее впереди по-прежнему в борьбе Фрейдис МТ и Бентримен Дэн, Кейп Камбрик на